Здравствуйте, уважаемые болельщики, уважаемые поклонники лучшей лиги мира. Мы приглашаем вас в Москву. Это стадион Академии Спартака. В основном составе у Волги. Ну, друзья, матч начинается. Давайте составы команд. Те, кто за первой лигой следит, я думаю, что с этим также знакомы. Вот опасный момент. И штанга добивает. Ой-ой-ой, пустые ворота не попадает. Игрок Родины, а положения вне игры-то не было. Я вот на линейном смотрел. Морозов, его никто не встречает. И дальний удар, и это выглядело очень опасно. Метров с 24 пробил. Барин туда уже вернулся. Рахманов удар, еще один дальний удар. У Максименко мяч выиграл. Уэсли, Уэсли удар по воротам, и мяч в воротах. Уэсли забивает свой первый мяч за Родину. Денис Еремеев откровенно свою команду не выручил. Это вратарский ляп. Билалов. 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 Передача. Цыганцов. Положение вне игры. Положение вне игры. Зафиксировано. Забивает Цыганцов. Абазов. А вот теперь момент. Махмутов бьет. И будет ли добивание? Где мяч? Мяч в воротах. Нету положения вне игры. Волга сравнивает счет. Как это случилось? Да, удар Махмутова. Добивание. И Ефремов забивает. Махмутова накрыть. Ну а, собственно, а что мог сделать? Что мог сделать Баринов? Ух ты! Родина, снова Воропаев. Удар. И очень удачно отбивает перед собой мяч. Что ж ты будешь делать, Денис Еремеев? И добивает мяч в ворот Иван Тимошенко. И двойная замена готовится. Андреев и Адаев выходят один на один. Что с офсайдом? Нету и не попадает. Владислав Адаев. И все, и финальный свисток, друзья. Родина побеждает Волгу в 17-м туре. Мелбет первой лиги.